Привет, друг, меня зовут Кирилл, компания X-Motors, ты на нашем YouTube-канале. Здорово, что зашел, потому что у нас куча интереснейших обзоров. И сейчас я рад представить твоему вниманию новинку 23-го года. Супер жирный и в то же время супер доступный мотоцикл. Это Faded CB300F Power Max. Это просто самое топовое сочетание цены, качества, надежности, мощи и самых современных технологических решений. И в то же время очень доступные по цене. Прямо сейчас поставь на паузу, вот еще до того, как ты успел насладиться всеми преимуществами этого мотоцикла, чтобы просто, когда я буду перечислять все, что здесь есть, чтобы ты имел в виду, за какую цену он продается. Прямо сейчас заходи на сайт, посмотри. Цены постоянно меняются, сейчас озвучивать ее не будем, но прямо сейчас зафиксируй это для себя, просто чтобы удивиться, просто поразиться, какой же это топовый по комплектации мотоцикл. А сейчас буквально минуточка дизайн. Мощнейший 175-й Zonction, супер надежный, с карбюратором Nibi, спорт-версия, 30-й карбюратор здесь, японский. И это сочетание просто самое лучшее на сегодняшний день на рынке. Кроме того, естественно, весь двигатель здесь защищен полностью, специальные накладки. Здесь у нас не только двигатель, но много что защищено суперсовременными накладками Pro Saken, абсолютно не ломающимися, абсолютно, которые сохранят ваш мотоцикл в исходном его, можно сказать, состоянии. Это что касается сердца этого мотоцикла. Соответственно, у нас здесь 300 кубов, 24,5 лошадиные силы. Работает он на всем диапазоне максимально уверенно и мощно. В любых дорожных условиях он тащит. А тащить ему помогает суперсовременные колеса. Колеса здесь у нас диски, анодированный алюминий унисон, дорогие друзья. Это просто топовое решение. И резина Кенда. Здесь идет Кенда, кардиальные эти модели. Ну вот сегодня нам на обзор досталась вот такая резина Кенда, суперсовременная. А тормозная система здесь просто шикарная. Это совместная разработка с Brembo. Тормозная система Engie. Диски стоят КТМовские. Соответственно, защищена также накладками Pro Saken. Также полностью, вообще никаких вопросов к тормозной системе нету. Внимание, это очень важно. Подвеска здесь австрийская. ВП называется, ВП, сейчас я вспомню, ВП Suspensions, у меня ассоциации пенсия, Suspensions, но это к пенсии никакого отношения не имеет, потому что мощнейшая подвеска, полностью настраиваемая, дорогие друзья, вот здесь очень удобно ее настраивать, вот такая открутилочка, здесь у нас Out Air написано, соответственно, стравливает воздух, естественно, и подвеска обладает огромнейшим пером, большущим просто запасом хода, еще и защищена вот такими специальными пыльниками из неломающегося пластика. А я уже думаю, что вы насладились цветами этого пластика, этими супер крутыми броскими наклейками, яркими, дерзкими, этим потрясающим сочетанием красного и черного цветов. Это просто, ну, у меня нет слов на самом деле. Когда мы увидели впервые эти мотоциклы, мы просто потеряли дар речи именно в связи с их комплектацией. Рама здесь идет от КТМ 24 года. Она, естественно, из хром-молибдена. Вы посмотрите, какие аккуратнейшие сварные швы. Она покрыта раптором, никогда не будет у вас ржаветь, дорогие друзья. Рама здесь мощнейшая. Естественно, все расположено так, что развесовка также идеальнейшим образом здесь все это продумано инженерами. Дорогие друзья, напоминаем, на некоторых сайтах Drom, Авито, Юла и других маркетплейсах вы можете увидеть много объявлений о продаже данного товара по заниженной цене. Это так называемые уловки или заманухи. Их размещают непорядочные продавцы или, попросту говоря, мошенники. Цель этих объявлений – привлечь вас низкой ценой, привлечь ваш звонок, заманить вас к себе в салон и там уже всячески, принижая качество продукции конкурента и восхваляя свою продукцию, продать вам, впарить вам свой товар. Друзья, чтобы не попасться на такие объявления, на мошенников, всегда проверяйте продавца на сайте производителя. И если продавца нет на этом сайте, то это мошенники. Он, скорее всего, будет впаривать вам свою продукцию, придумывая разные истории, байки, а иногда даже приобретая продукцию конкурента, ломая ее и выставляя себя в магазине как приманку. Мы, компания X-Motors, официальный дилер всей продукции, которую мы продаем,
И у нас продукция по заводским ценам. Обратите внимание, какая мощнейшая гидролиния тормозная, какие здесь, какое армирование, какие рубашки, как это все закреплено. Это просто шикарная техника, это премиальная техника по очень доступным ценам. Вообще надо сказать, что компания Fidet существует с 2008 года, с 2016 года она стала делать доступную технику для азиатского рынка. И в 2023 году, только лишь через, сколько получается, вот, через 15 лет после своего основания, вот наконец-то эти замечательные мотоциклы дошли до нас. Также мы здесь видим, что на переднем колесе, что на заднем колесе, антибуксаторы композитные, облегченные, что не позволит вашим замечательным кендовским покрышкам проворачиваться. Колеса, естественно, спереди 21, сзади 18. Также, что же здесь еще отличает эту технику? Внимание, фрезерованные траверсы. Пожалуйста, как на суперсовременных мотоциклах. И это очень крутые крепления на самом деле. Алюминиевая ступица литая здесь стоит. В общем, дорогие друзья, здесь у нас стоит светодиодная оптика. Просто потрясающая. Мощнейшая светодиодная оптика, дорогие друзья. Вот здесь специальная кнопочка есть, чтобы моргать светом. Светит очень-очень ярко. Суперсовременная оптика. Руль здесь идет Fatbar Oriental 7075, профессиональный руль. Грипсы, ниби. Здесь система Lock-On слева. Видите, здесь вот она зафиксирована от проворота. Невозможный проворот. Максимально удобно держаться. А здесь у нас ручка короткоходка, ниби рейсинг. Соответственно, видите, какая короткая ручка газа. Максимально удобно вам для преодоления препятствий, чтобы не нужно было как-то там перехватываться. Это топовое решение. Ручки CNC, не ломайки, дорогие друзья. И обратите внимание, какая мощная защита. Защита рычагов, защита ваших рук. Вот она, эта защита. И, в общем, что еще сказать? Здесь влагозащищенные кнопочки, дорогие друзья. Здесь антискользящие Acerbis сиденье. Это супер терка просто, поэтому обязательно приобретайте в первый же день, как только вы берете этот мотоцикл, сразу же берите мотоботы, специальные штаны для езды на мотоцикле и всю защиту, и шлем. И это поможем сделать мы, потому что у нас есть такая акция, если вы у нас впервые приобретаете технику, вам сразу же приходит кэшбэк, сразу же вы можете в этот же день этот кэшбэк, эти самые наши, наша твердая валюта, рубли, соответственно, вы на эту валюту сразу же можете затариться и шлемом из всяческой защиты, которая также продается у нас в компании X-Motors. И, кроме того, я еще хочу сказать, что, приобретая технику в компании X-Motors, вы, естественно, вкладываете деньги с умом и на долгую перспективу, потому что мы являемся дилерами всей этой техники, и мы обеспечиваем ее гарантийный ремонт, гарантийное обслуживание абсолютно по всей России. Даже если в вашем городе нету нашего филиала, мы все равно отправим вам все необходимые запчасти и организуем ремонт там, в том сервисе, в котором это будет возможно. Да, этот двигатель идет либо с шестиступенчатой коробкой передач, либо с пятиступенчатый и с кикстартером. Здесь у нас есть кикстартер. Вы скажете, как же на него нажимать? Здесь же мешается ножка у нас. Нет, ножка не мешается. Здесь все продумано до мелочей. Ножка у нас так сгибается, и кикстартер, вот, пожалуйста. Все это сделано для максимального удобства. Кстати, ножки здесь максимально зацепистые. Здесь очень острые вот эти шипы. Соответственно, что поможет вам держаться в вашем мотоцикле. Вот эта декоративная накладка защищает и без того вечную раму, покрытую раптором, которая, напомню, из хром-молибдена, которая позволяет максимальный эффект получить, максимальное выгодное соотношение прочности и легкости мотоцикла. Так здесь еще есть накладка, которая защищает от стирания мотоботами вашу раму и еще защищает тормозную машинку. Выхлоп здесь акрополич, дорогие друзья, с пауэрбамбом идет. Короче, звук тоже максимально благородный. Задняя подвеска настраивается, естественно, как и по преднатягу, так и здесь расширительный бачок, газомасляный амортизатор, также с настройкой, с полной настройкой, дорогие друзья, под все ваши задачи, которые вам только предстоит на вашем треке преодолевать. Короче, это максимально выгодное приобретение. Этот мотоцикл подойдет как для опытных мотолюбителей, так и для новичков, дорогие друзья, потому что он максимально удобен, максимально настраивается под все ваши задачи, которые вам необходимо выполнить. Так, что же еще здесь добавить? Естественно, здесь у нас идет информативная панель, на которой мы видим абсолютно все, что нам нужно, и тахометр, и спидометр, и заряд аккумулятора, тормозная система ENGIE, тормозные также армированные трассы ENGIE и диски тормозные от КТМ, защищенные накладками ProSaken. Это просто такое решение, которое позволит тормозной системе работать безотказно, абсолютно при любых условиях, любых положениях, в любых, короче говоря, неожиданных поворотах руля. Короче, никогда у вас эта трасса не пережмется, не перегнется, и все с тормозной системой будет в порядке. Также здесь мы хорошо видим вот этот самый Nibiru Racing 30, о котором я вам говорил. Топовое решение. Обратите внимание, как
такие качественные вот эти мельчайшие детали. Это также анодированный алюминий, фрезерованная деталька. Здесь у нас ProSaken накладка. Вообще все накладки ProSaken. ProSaken занимается вот этими защитными накладками. Это просто также на сегодняшний день одно из самых лучших решений на рынке. И обратите внимание, сальниковая цепочка 520-я. Чоха усиленная, дорогие друзья, эта цепочка прослужит вам просто миллионы лет. Максимально легкий алюминиевый маятник, что позволит вам быть максимально маневренным и быстрым на вашей трассе. Соответственно, что еще здесь рассказать? Пластик, обратите внимание, очень качественный, очень хорошее соотношение здесь его сгибаемости и прочности. Короче говоря, он не дубеет. На этих мотоциклах также зимой гоняют очень активно. И, кстати, вот эта резина Кенда, она очень хорошо переносит шиповку. Также можете вкрутить сюда шипы и гонять абсолютно во все времена года на этом мотоцикле. Да, кстати, она идет без ПТС, без ПСМ. Естественно, эта техника идет для того, чтобы гонять по специальным трассам. В заключение я бы хотел сказать, что это самое оптимальное соотношение надежности, мощности и комфорта на сегодняшний день для мотоциклов в этой ценовой категории для этих задач. Соответственно, эта модель новая. Новое. И сегодня, приобретя эту модель, вы смотрите как бы на перспективу. Я думаю, что еще года 3-4 эта модель будет просто лидером всех мотоциклов в этой категории. Я вам советую приобретать технику только в компании X-Motos, потому что они являются крупнейшей сетью по России по продаже мототехники, мотоциклов, питбайков, мопедов, лодок, лодочных моторов, прицепы, даже у нас есть промакс. Дорогие друзья, почему я так говорю про нашу компанию X-Motos? Да потому что мы являемся крупнейшими просто в России, и мы, естественно, обеспечиваем весь гарантийный ремонт, и вы можете быть уверены на 100%, что вы вложили деньги, так скажем, с умом, дорогие друзья. Ну вот, а вообще самое лучшее решение – это оставить заявку на нашем сайте, чтобы наши менеджеры связались с вами и проконсультировали, потому что есть и, конечно, другие мотоциклы от других производителей, о которых мы сейчас в этом обзоре говорить не можем, но которые также могут подойти именно вот под ваши цели, под которые вы собираетесь приобретать себе мотоцикл. А на этом у меня все. Говорить много о хорошей технике не нужно. Собственно, она говорит сама за себя. CNC, Акропович, Брембо, Кенда. В общем, эти названия говорят о том, что это топовая техника, а цену вы можете увидеть сами на сайте. С вами был Кирилл, компания X-Motors. Прощаюсь с вами. Точнее, не прощаюсь, потому что впереди еще куча обзоров. А чтобы их не пропустить, подпишись прямо сейчас и ставь лайки. Пока-пока.